музыкальной детской школе искусств «Аншлаг» – отчетный концерт хореографического отделения «Приглашение к танцу». На сцене коллективы разных возрастов, от самых юных до подростков, демонстрируют свои танцевальные умения. Многие из них известны по всей Московской области. В этом году по результатам рейтингования учащихся школ Московской области ансамбль «Юность» под управлением Егжовой Лилии Анваровны занял первое место по области, а ансамбль «Улыбка» Галенковой Ларисы Владимировны – шестое место. Практически всех своих воспитанников директор школы искусств и активный участник движения общественной поддержки Инна Монастырская знает в лицо. Со многими родителями вместе обсуждали инициативы, направленные на развитие химок и создание условий для развития детей. И вдвойне гордится тем, что ребятам и преподавателям, проявившим выдающиеся успехи, вручили дипломы лауреатов именной стипендии губернатора Московской области. Наградить лучших приехали члены движения общественной поддержки и заместитель главы Ирина Теслева. Столько наград, столько заслуженных коллективов с высокими статусами и наградами в хореографическом отделении. Это гордость и пример для многих детских отделений и танцевальных коллективов всей Московской области. О том, как важно создавать условия для развития детей, напомнила лидер движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить» Елена Андреева. У детей есть возможность бесплатно обучаться хореографии. Это очень важно. Они могут себя попробовать. Для них, а здесь достаточно успешные детишки, часть из них переходит даже в ансамбль Игоря Моисеева, открывается новая дорога в жизнь. Вот это основная задача государства, правительства Московской области, Химкинского городского округа – дать возможность нашим детям бесплатно обучаться искусству. Свои навыки и таланты воспитанники ЦДШИ продемонстрировали собравшимся. На концерте представили 42 хореографических номера, в которых приняли участие 160 детей.